Так, все. Можно идти. Ёп! Это что за... Да сколько в него всадить-то надо? Сдох. Мини-босс, что ли? 3000. Мало. Хотя не, ну, относительно, конечно, нормально, но... Блин, а тут, походу, это самое, можно было просто свалить отсюда, а? Так, ну чё, снайперку... Дробовик зажимной, который. Да, походу можно его просто отсюда свалить. Ёб твою. Ой, быстрей, быстрей! А, тут... Так, надо... А, блин, быстрее бы. Так, пистолет есть? Пистолет нет, значит, что делаем? Дробовичок. Быстрее, 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 быстрее. Нет, рад, давайте еще раз. А если я до них дотронусь, ничего не будет. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. А, фу, отлично, сейчас на следующем побежим. Тут вроде ловушки. Все обезвредили, так что. Так что. Так, слушайте, а по криоболтам у нас есть... замораживающий и гарпун надо использовать. Также еще и который также замораживает, но с помощью электричества. Йоу. О, это мне на пользу. А, они погасли, да? Так, а получается мне назад туда никак, да? Значит, другим, да, другой дорогой какой-то. Там вон лестница, я вижу. А, вот та самая банка, где мы вот тут шли, да-да-да, все, я помню. Мы вот тут шли, я еще сказал, банка тут лежит, да? Они назад-то не поедут. Блин, что это там такое наверху? Охренеть. О! Отлично, это вообще супер. А то, что нам дали этот болт. Нахрена я пистолет прокачивал. Вернуть никак нельзя. 10 тысяч всрал, чтобы тупо просто незачем. Нам 50 патронов, думаю, никогда не видать просто. Ну или в конце, может, только зим. Это еще что там внизу? Йоу. А, это и есть эти чуваки, которые... Так. О, зато фрагментик. Фух, тишина. Ну ладно. Так, дальше. 3 патрона я... Смотреть написано было. Блин, чувствую я там...
Сейчас это здоровяки опять эти будут. Так, давайте уж сразу шприц возьмем. Угу. Но это надо бутылкой снимать. Либо же можно... Сейчас посмотрим, он сюда пойдет. Ну, это на пистолет мы его сейчас. Все, хана мне, там эти здоровяки идут. Офигеть, я даже двоих замочил. Так. Перезаряжаем. Мало остается, но у нас зато деталей очень много. Это очень круто. И патрон, в принципе, нормальный. Можно было их со снайперки валить. Фу, нормально, я считаю. 20 тысяч, так сказать. Это что еще за еб звуки? Хорошо, хотя бы они нам промежуток вот эту голубенькую полосочку не сужают время от времени, мне кажется. По-моему, не сужают. Так, это не пистолет. Это что тут? Блин, чем дальше, тем как-то напряженнее она обезвреживается, мне кажется. Блин, гарпун надо использовать, что-то я его не использую, ни хрена. Так, это у нас пистолет. Так, а что тут у нас еще есть? Ну, я надеюсь, ничего не пропустил. Статуэтки смотрим. Обычно они любят их засунуть куда-нибудь, не пойми куда. Так, а нам не сюда? Так, нет, не сюда, там варится что-то. А, значит... Отлично, дробовичок. Да, мы бы не смогли их обойти, я думаю, они бы нам не дали. Не, ну, в принципе, если их заморозить как следует, может быть и можно, но... Уж лучше замочить их, и тогда бы опыта нам дали. Пилюлик этих. Я уж хотел отпустить. Да... Судя по всему, нам прям... О, вот этот... ослепляющий? Хм. Да, надо ослепляющий тоже использовать. Давай! Есть. Теперь она, типа, двигаться будет или что? А что я сделал? На корточках, что ли? Или подожди, что такое, я не понял. Точно туда, а то как-то, мне кажется, сейчас они меня... Блин, чуваки, мне стрёмно идти. Реально, мне кажется, он сейчас башкой ударится об них. Давайте еще раз проверим. Не, ну здесь вроде ничего. Ну ладно, давайте попробуем. Да, стычка. Блин, что так много места-то? А, это и есть та дверь, с которой мы вышли. Так, что мы тут все собрали? Да, нам прямо сейчас. Эх, погнали.
Да блин, музыка-то уже утихнешь или нет? Так, ладно. Ёп, ну точно мы с ним махаться будем, ну по-любому. Я вам отвечаю. Потому что других вариантов просто не может быть. Смотрите, кого... Офигеть! Нет! Это та тварь! Многоногая, блин. А почему мы же замочили их, его или кто это? Мне стрёмно уже. Понимаете, я еще даже ее толком не видел, а мне уже стрёмно. Так, что тут можно было? А, во. Ну, это он про тёлку по своему говорит. Так, а здесь у нас сохраниловка, да, я так понимаю? Тюшает музыка, да? Так, дневник Себастьяна Костеланса. Я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы, и это всегда тяжело. Но смерть собственного ребенка гораздо более... Ой, блин, не то нажал. Хотел вниз спуститься, пониже почитать, я думаю. Так, стоп, а что у нас там, кстати? Три ключа. Ну, давайте. Сохраниться не помешает нам. Так, ладно. Да, я забыл. Патрик, адвокат семьи Викториана. Последний раз... Патрик. Так, 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 так. Сначала мы идем. Вот, что-то у тебя. Так. Маленькая дело сегодняшним. Да, обнаружили. Значит, родители девочки служат в полиции. Полиция проверяет возможности. Ну, все. Все как всегда, короче. Так, у них тут все как всегда. Так, а вот тут еще что-то можно почитать. Так. Давайте три ключа. Давайте вот всю... А, да. Ослепляющую или что это? А, взрывной болт, наверное. Против этой твари нам мы будем... А, слушайте, против этой твари, там же сказали, она огня боится. Огненных у них мало, у нас мало, поэтому огненный еще будем делать. Ну, что ты не можешь взять? Ладно, ключи пока давайте. Используем. Ну, а что нельзя ничего использовать? А, вот смотрите, патрончики. Круто. Тихо, 5000, считаете, да? Так, снайперку перезарядил. Еще 7000. Обратите внимание, сколько здесь шкафчиков, значит, в игре примерно такое же количество ключей, наверное. Ну как ж? Супер. Так, и все. Итак, у нас получается сюда мы, если посмотрим, здесь у нас ничего, в принципе, не должно быть. Правильно, у нас нет, ничего вроде нет. А если что... Так, вот здесь, тоже ничего интересного. А, да, сохраним сейчас. Там... Сейчас посмотрим, что надо прокачать. Наверное, урона прокачаем, да? По-любому урон надо качать. Объем нам в жопу не нужен. Так, здоровье. Максимальное время ускорения. Значит, так, а время ускорения сколько у нас? 30 тысяч! Да ладно, не-не-не, не хочу даже. Здоровье десятка, рукопашные, не-не-не.
Лечение шприцами можно. Ну ладно. Так, оружие. Смотрим. Пистолет, множитель урон, дробовик. 16 тысяч. Снайперка. 8 тысяч. Дробовик 16. Арбалет. Время перезарядки. Дальность. 7 тысяч. Так, гарпун. Только эти, что ли? Все. Криоболт. Зону замораживания увеличивается. Так. Электроболт. А по запасам у нас по болтам огонь и все. Грены, все. Запасы нас не интересуют. Единственное. патрон для винтовки, может быть. Ну, в принципе, ладно. Так, время перезарядки не интересует. Множитель урона 16. Здесь у нас будет 18 уже. Болты, 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 болты. 16. Качаем урон. 28. Ну все, лечение, сила, здоровье. 10 тысяч. Нужно ли нам здоровье? Оружка, оружка, емкость. Так, пистолет даже не будем трогать. Емкость не интересует. Здесь скорострел критическое. Увеличивает шанс убить противника выстрелом в голову, да? А, пока что 12 тысяч. А, я думаю, этого хватит. Нам, в принципе, же прокачивать нечего. Мне больше ничего не нужно. Так, а что такое? Урон, типа, да, увеличивается. Смотрите, взрывной. Ну, давайте качнем. В принципе, здоровушку можно было качнуть. Смотрите, здоровье 10 тысяч. Рукопашку. Плюс 6. Да ладно, шприцы не особо нужны. Ну, вроде бы не нужны. Так, что по деталям у нас? Ладно, далее сейчас пройдем. А, да, сохраниться надо. Так, сохраняемся. Принимаем. Так. Все. Там у нас, я надеюсь, ничего нету. Так, кстати, по пистолету у нас нормально. Ну ладно. Блин, как же неохота с этой тварью махаться. А? Да ладно, это всего лишь игра. Что тут такого-то, да? Любит пошутить тоже. Так, здесь у нас ничего. Так, ладно, давайте-ка дробовик перезарядим сразу. И пистолет, что ли, пока поставить. Ну, я думаю, он ничего не сделает, да? Как же стрёмно.